Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор сметаны из светофора. Такая вот большая у нас сметана, смотрите. Здесь написано масса 0,8. Даже не знаю, что это, 8. Блин, как-то 8 туда-сюда. То ли 800, то ли это 80 считается, то ли 800. Как-то это. Давайте ее взвесим, наверное, для начала. Так, вот наши весы. Включаем их. Ага, видно, что 0. Ставим. И весит она 848 грамм. Ну, знаю, даже 749 где-то. Значит, все-таки 0,8 это 800 грамм. Это даже больше, чем 500 грамм. Допустим, полкило. Это все-таки 800. В принципе, они могли бы это написать. Так, давайте посмотрим ее поближе. Здесь вот так вот по кругу что-то написано. Честно говоря, немножечко не очень удобно. Но, кстати, светофоры я была, ее очень хорошо берут. Вот есть сметана, есть еще творог. Он, по-моему, даже с какими-то добавками. Люди прям набирают. Я спросила, а что, вкусно? Я еще так стояла, сомневалась, брать, не брать. Люди говорят, вкусно, берите. Творог такой классный. Ну, творог мне есть где брать. А вот сметана мне для выпечки была нужна. Так, давайте посмотрим. Ага, здесь все видно. Саратовская область. Не знаю, может, только у нас в Самаре такая сметана. Вот, напишите обязательно в комментариях. Так, углеводы, значит, видны. Ага, состав сливочный. Так, что там? Сливки нормализованные. Закваска молочных культур. Все, что ли? Количество. И все, да. То есть, стоила эта сметана где-то рублей 70. Там 68, 69. То есть, согласитесь, за 800 грамм с мелочью, да? 60 рублей, это вообще очень дешево, когда у нас в магазине 200 грамм сметаны стоит 60-70 рублей. То есть, в принципе, это дешево. Поэтому сейчас будем с вами пробовать. Тут видно, вот она лежит, наверное, не полная. Так. Закрытая. Вообще, кстати, в светофоре я эту сметану первый раз увидела. Много раз уже до этого ходила, не видела никогда. Творог, да, бывало. Так, отодрала ее с трудом. Открываем. И давайте же ее попробуем. Сейчас мы сначала еще посмотрим с вами поближе немножко. Ну, знаете, такое ведерко кажется, как будто там даже, знаете, не сметана, а какая-то замазка. В таком ведре она прям белая такая. Сейчас по запаху, ну-ка. А пахнет сметаной. Все равно как-то, знаете, страшно. 800 грамм стоит 60 рублей всего лишь. Так, давайте ее растянем немножко. Сейчас мы так растянем. Есть такое здесь или нету? По-моему, здесь даже есть. Вот они. Они присутствуют. Да-да-да. Есть маленькие козявочки. Вот они. По краешку прямо тут, видите. Ну, как, наверное, это добавление сухого молока, которое не растворилось. Но все равно дешево, согласитесь. И давайте ее будем сейчас пробовать. Возьму ложечку побольше, чтобы потом сюда не лазить грязной своей ложкой, чтобы потом мне не затухло ничего. И пробуем. По вкусу, честно, не наблюдается особо вот каких-то таких вот комочков. Чуточку вот там что-то есть такое плохо промешанное, недорастворившееся.
такую чуточку прям есть. По вкусу есть вкус сметаны. Как бы есть вкус сметаны, но и как-то на этом все. Как бы, ну, знаете, как дадут, допустим, стакан и скажут, это сметана. И так, хорошо, сметана. И едите. И себе говорите, это сметана, но на самом деле как будто это что-то другое. И вы едите и себе пытаетесь настроить. Нет, это сметана. Мне сказали, это сметана. Вы знаете, что-то вот типа такого. Вроде бы как есть вкус сметаны, но все равно она какая-то не такая. Конечно, она отличается от деревенской сметаны или сметаны более дорогой из магазина другого. Но, в принципе, довольно вкусная, то есть по вкусу она подходит. Ну, пробуешь, вкус сметаны есть. Плюс мелкие козявки. Такая, ну, можно ее, наверное, куда-то добавить выпечку, а насчет еды просто ложками. Не знаю, после вкуса, вот, кстати, у нее какой-то не очень. Как будто у меня даже ну, какой-то вкус неприятный во рту остается. Обычно сметанку ешь или что-то ешь, очень приятно во рту остается там спустя какое-то время. Но нет, что-то неприятно как-то особо. Не знаю, честно, вот, наверное, только для выпечки, да, может быть, она подойдет. Сегодня, кстати, я буду готовить из нее пирог. И, наверное, в конце ролика я вам покажу этот пирог. И попробуем с вами, какой пирог получился вкусный или нет. Подошла она или не подошла. Потому что, мне кажется, некоторые продукты могут просто не подойти. Такие, ну, более дешевые. Вот, у меня туда еще, кстати, будет подходить масло. Но я из масла того уже пекла. Тоже с светофором. Для выпечки они прям как раз гениальны. Вот. Ну, в принципе, да, выпечку можно использовать. Ну, как вот, допустим, знаете, для еды, допустим, что-то, соус какой-то сделать, я не знаю. Или куда-то добавить. Вот, ну, вареники, вот мне, в принципе, вместе с ними, ну, можно есть. Ну, как получается, знаете, как сметана, более-более такого дешевого варианта. То есть, ну, не знаю, если у меня только закрыть глаза и дать несколько сметан, сказать, чтоб я, вернее, сказала, какая из них дорогая, тогда, может быть, так можно будет сказать самые такие хорошие слова о каждой сметане. Все-таки мы с вами всегда пробуем по два раза. Давайте, наверное, я ее еще разочек попробую. Ложечку я помыла. Ну, блин, тут все равно видны. Вот они. Кстати, вы напишите обязательно комментарий, как отзыв свой о этой сметане именно на моем канале в YouTube. Мой канал называется Art Mania. Не где-то там еще, пожалуйста, Art Mania. На английском можете написать в поиске в Яндексе, и вам выйдет мой канал. Да, она по вкусу сметана. Такая холодненькая еще у меня из холодильника. То есть вкус прям сметаны присутствует, но после вкуса, когда ее уже проглатываешь, не очень приятная. Ну, видимо, все-таки там добавлена какая-то часть химии, какой-то там гадости. А причем после вкуса очень сильно неприятно. Обычно после сметаны, я очень люблю сметаны, я люблю сметаны с сахаром. Вот именно вот перемалывать, там, ну, как это, перемешивать такое вот. То есть тут даже какая-то гадость во рту остается. Вот. Попробуем мы с вами сметанку. Давайте ее посмотрим. Наверное, у меня ролик уже затянулся очень-очень надолго. Но в любом случае мы ее попробовали. И, кстати, ведь признайте, что здесь 848 грамм, да, там было написано. Потом в конце, когда я уже доем эту сметану, я взвешу само ведерко. И тоже напишу в комментариях вес ведерка. Но я не думаю, что он ведерко вот это будет вместе с крышечкой, да, весить 48 грамм. Ну, я думаю, ну, 8 грамм, ну, 20 оно может будет весить.
То есть даже производитель у нас не то, что, ну, вообще не обманул, да? То есть он мог положить ровно 800 грамм, правильно ведь? Ну, как это обычно делают. Немножечко там убавляют даже, ну, специально так, побольше. А тут даже положил, получается, больше 800 грамм. Ну, и, конечно, для меня лично это небольшой, конечно, тоже минус. А то, что производитель написал просто 0,8 вес кг. А, кг, кстати, тут написано. Вот, то, что, в принципе, мог написать 0,800 кг. Хотя бы людям было бы понятнее, что здесь уже есть 500 грамм точно. Догадаться по ведерку. Ну, знаете, честно, когда написано вот так вот, как бы думаешь, ну, может быть, ведро просто весит больше, может, тут 80. Так смотришь, да мало ли, что там может быть-то. Вот, всем спасибо за просмотр. Да, кстати, вот у нас годен, срок годности, смотрите, с 6 марта по 5 апреля. Он даже месяц может целый лежать. Целый месяц лежать спокойно, закрыто. Ну, наверное, если его уже открыла, его в течение 5 дней, наверное, нужно уже использовать. Поэтому сейчас мы будем печь пироги с него. И пытаться использовать. Все-таки это сметана на большую семью. Все. Я надеюсь, что вам отзыв этот понравился. Вернее, не отзыв, а вскрытие сметанки такой. Надеюсь, то, что вы ее уже пробовали. Напишите, есть ли она в ваших городах. Потому что она саратовская. Но я так думаю, что близлежащие города она приезжает. Хотя и пестравка, допустим, у нас не пестравка, господи, а как ее? Простоквашина. Вот, Простоквашина. Они и в Самаре, и в Сочи есть. То есть до Сочи от нас довольно далековато. То есть, ну, в принципе, ихняя продукция же ездит. Значит, может сметана спокойно быть в другой части России. Так, ну вот, смотрите, у нас получился вот такой вот пирог. Это вот сметанное как раз тесто на сметане, которое мы делали сегодня с утра обзор. И я эту сметану, не знаю зачем, положила еще и в творог. Мне показалось, что туда нужно класть, на самом деле не нужно. Ну, немножко у меня промешался творог, конечно, плохо. Вот. Но этот пирог имеет непонятный какой-то противный запах. Я так думаю, что, скорее всего, от сметаны, потому что масло, хоть оно тоже из светофора, но оно проверенное, я уже не первый раз пеку на нем. Вот, творог, ну, как деревенский. Вот, то есть, ну, творог тоже проверенный. Вот такой у нас с вами был обзор сегодня на сметанку. Честно говоря, наверное, я больше не буду ее брать. Потому что что-то мне непонятен этот запах. Я уже не первый раз пеку такой пирог. Всегда был ароматный запах. Ну, я брала другую сметану, подороже, обычную, в обыкновенных магазинах. А вот сегодня решила ту проверить. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Оставляйте отзывы о этой сметане, если вы ее пробовали. И всем пока-пока.